Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер, а значит, это 13-я серия прохождения Гран-Туризма первой части с первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами прошли чемпионат Мега Спид. Заработали немного денег на нем. Нам пришлось его пройти пару раз. И теперь у нас есть деньги, как я говорил, для покупки машины, для прохождения более серьезных испытаний. И один из первых чемпионатов таковых будет чемпионат Normal. Вот как видите, здесь уже очень серьезные призовые будут. Длинный чемпионат получится, 5 гонок по 5 кругов в каждой. Видео, надо сразу сказать, получится длинным. Я думаю, что даже, наверное, около часа где-то. Но все равно я не буду его делить на части, чтобы оно шло целиком. Так, ну давайте приступим. Возьмем Viper. Как я говорил, для этого чемпионата это идеальная машина. Она очень мощная. Довольно тяжелая, но очень мощная. Почему беру ее? Можно, конечно, взять что-то более менее мощное. Но беру именно эту, чтобы не было провала, чтобы с первого раза можно было пройти чемпионат, потому что, ну, все-таки не хотелось бы его перепроходить еще раз. Вот. Короче, сомневаюсь я немножко в своих способностях, вот. Поэтому беру именно эту мощную очень машину. Ну что же, давайте приступим сразу же. Довольно долго не записывал я видео, потому что уезжал в гости к своему другу в другой город. Плюс тут у меня несколько дней назад днюха была. Отмечал пару дней. Ну, поэтому не до записи видео было. Вот, как видите, наш Viper очень мощный. И то, даже при наличии такой машины, у нас могут возникнуть проблемы. Здесь основной соперник, это будет однозначно, вот машина, которая на втором месте здесь значится, это NSX Type S0. Это король этого чемпионата. Он на голову сильнее и будет нам очень сильно сопротивляться, так что надо будет пристально за ним следить. Так, ну, квалификации я буду пропускать. Я уже говорил, что я квалификации езжу только на чемпионате Мега. Так, ну вот, первая трасса Автомринг Мини в обраточку. Ну, поехали. Посмотрим, как мы справимся с этой задачей на Вайперюге-то. Кстати, мы единственная машина американского автопрома. Против нас одни японки едут. Ну, будем сопротивляться Японии. Вот, кстати, едет машина, вот которую сейчас, с которой бок о бок мы, это TRD 3000 GT. Это машина, которую дают за прохождение лицензии класса A International на золото. Ой-ой-ой. Ой, нехорошо как улетели-то. Значит, если все лицензии, ну я в каком-то из видео уже говорил, что если пройти на золото все испытания, то дают призовую машину. И вот ее дают как раз таки за международную лицензию А. И вот ее я так ни разу и не смог заработать. К сожалению. Так хотелось всегда мне ее заработать. Но не получалось. Вот
приходилось ею любоваться только вот в этом чемпионате. По-моему, она еще встречается в чемпионате тюнд, ну, полностью прокачанных машин. А здесь мы едем чисто на стоковых машинах. Здесь даже резину нельзя поставить спортивную. То есть вот как машины продаются в автосалоне, вот в таком виде только на них здесь и можно ехать. Так, ну вот видите, что в принципе ТРДХа занимает вторую позицию довольно уверенно. Ну а NSX и подавно уехал от всех и отрывается, и продолжает отрываться. Но мы постараемся его достать, потому что осталось полтора круга. Машина, конечно, очень классная, NSX. Это полностью, так скажем, даже в стоковой комплектации, это уже практически гоночный агрегат. То есть это не только я о мощности говорю, а естественно и о его подвеске, развесовке. Он, у него очень хорошая развесовка. Плюс он, ну вот из-за этого как раз он на трассе держится просто идеально. Он же у нас среднемоторный. И за счет этого, конечно, очень классно. Ну вот видите, на последнем круге только его удалось обойти. Ну, начало неплохое. Победа тоже не легкая, нелегко досталась. Но тем интереснее будет. Значит, ожидает нас плотная борьба. Это была первая трасса, в общем-то, она тут самая легкая, коротенькая. Так, ну что, едем дальше. Ох, ну вообще прекрасно. Денежки сыпались в наш кошелек. Если, конечно, выиграть все гонки, не проиграв ни одной, то сумма будет очень приличная. Так, следующий у нас Гранд Воли. И тоже маленький. Ага, восточная его часть. Ну что, едем. Опять же, вот то, что именно на этой машине, на Вайпере RT10, лучше всего проходить этот чемпионат. Это еще в детстве, когда первый раз проходили с Лехой Гран Туризмо, вот он вычитал в каком-то журнале, я уже где-то рассказывал в каком-то видео, что вот он, из которого он, собственно, и переписал потом на листки это обзор этот, точнее даже не обзор, там, а больше оно как прохождение было. Вот, и там было написано, что для этого чемпионата Viper RT10 это практически идеальная машина. Ну и с тех пор мы на ней его проходили, этот чемпионат. Так что полезная такая информация была в журнальчике. Либо в книге, я уже не помню, где он именно это достал все. Но самое главное, что оно до сих пор у меня сохранилось. Это прохождение, записанное им, переписанное им на листок, на листки. Так. Неплохо, пока неплохо. Вынесла. Давай, давай, выруливай. Кстати, на днях, позавчера, по-моему, вышло очень классное обновление очередное для Gran Turismo 6. Ну,
только сейчас прохождение первое вот записываю, но на самом-то деле у нас уже далекое будущее. Вот, и уже вышла шестая часть, и вот тоже в нее сейчас играю, прохожу, пытаюсь платину достать. Осталось там всего 4 ачивки выбить. Ну и, в общем, вышло обновление очередное, сентябрьское. И там очень классно вышел с ней. Ну, трассу, в общем, они добавили. Очень длинная трасса. Забыл, как же она называется. Сьерра. Ну, что-то. В общем, в Испании расположенная, близ городка Ронда. Это как раз в котором вот в честь Казунори Ямаучи назвали улицу в этом городе. Ну и вообще там, собственно, в этом городе и проходила одна из презентаций таких, ну, довольно пафосных, шестой части Гран Туризма. Ну, это год назад было. Как раз, по-моему, где-то в сентябре. Вот. Ну и, в общем, разработчики, получается, там на самом деле трассы-то нету. Ну, вот именно гоночной. Там просто, ну, дороги есть общего пользования. Там, получается, вокруг озера, в низине как бы такое озерцо расположено, а вокруг, ну, горы, такие сопки, холмы, и по этим холмам вот есть дороги общего пользования. Ну, разработчикам, видимо, очень понравилось место, ну, я так думаю, это в благодарность городку Ронда они сделали, что вот те, значит, улицу назвали в честь Казунори, а он взял и близлежащих окрестностях там проложил трассу. Ну, в общем, разработчики довольно интересную трассу сделали. Она, получается, как раз таки полностью вокруг озера этого идет. Получилось 27-километровое кольцо. Там очень живописная местность. Ну, в общем, мне очень понравилась трасса. Там надо на время проходить круг. Там 3 испытания на, ну, такой слабенькой машинке довольно-таки сначала, потом более мощная. Первая — это вот Abarth, там 500R. Потом вторая — это Volkswagen Scirocco. И третья — это у нас там идет самое такое жесткое испытание. Это там Ferrari, какая же там... Ой, GTO, что ли? GTO. Вот, ну, такая довольно старая уже модель. И, значит, надо там на время, ну, даны чекпоинты. В общем, это довольно-таки несвойственное для Гран Туризма испытание. То есть это больше для Need for Speed, вот такое, что на длинной трассе там она разбита на сектора, и нужно проходить эти... При прохождении каждого сектора тебе добавляется там энное количество секунд времени, чтобы ты успел доехать до следующего чекпоинта. Если успел, то, соответственно, ну, добавится еще время. Но если не успел, то будь добр, начинай заново. Время кончается, и гонка тоже заканчивается. Вот, так что очень классное обновление. Мне очень понравилось. Я прям катаюсь сейчас каждый день по той трассе. Так, ну, тем временем, что у нас тут внутри игры? Мы закончили вторую гонку и пришли опять первыми. И довольно легко далась победа. Оторвались серьезно так. Ну, хорошо. Вот. Было время зато немножко поговорить. А то в пылу сражений трудновато что-то рассказывать. Так, ну, я смотрю, у нас тут все короткие варианты трасс идут. Вот, начиная с Special Stage R5, представлена в своей короткой конфигурации под названием Club Stage. Ага, ну, поедем мы ее, что ж. А, вот, кстати, она в обратку. Я где-то говорил, что в обратку она очень коварная. Здесь, когда едешь ее в обратную сторону, первый поворот, ох, какой коварный. Еще... Из-за того, что ночью все тут бликует так
не особо-то и понятно, куда поворачивать. И вот частенько я уже говорил, что я тут вот прямо втыкался. А тут надо вот сюда резко так направо заворачивать. И она этим самым, конечно, очень осложняла жизнь. Коварный-коварный поворот. Так, что-то вперед у нас вырвались два наших конкурента. Опять же таки NSX и TRD-ха. Ну, по сути, TRD это, как вы можете сами видеть, это Supra RZ, просто, ну, вышедшая из-под пера тюнингового ателье тойотовского ТРД. То есть у нее внешний вид немножко изменен, она в гоночной такой более агрессивной комплектации, но тем не менее она машина редкая, поэтому естественно нам ее, будучи там пацанами, когда мы играли в первую часть Гран Туризма, очень хотелось нам ее заполучить. Неважно, что это по сути та же Супра, но та да не совсем та. Более она классно, более так по-гоночному выглядит. Такие у нее в капоте ноздри прорезаны, классные, что ей придает агрессивности. Так, ну тем временем мы отбились от них, обогнали, снова вышли на первое место. Да, и еще в шестой части они вот с этим обновлением ввели какой-то новый онлайн-режим, но они, в принципе, с каждым почти обновлением чуть-чуть что-то там докручивают. Ну а тут целый новый режим вышел, называется то ли быстрая гонка, то ли быстрый поиск, там как-то. Ну, то есть, если вы знаете, что до этого, чтобы поиграть в онлайне в Gran Turismo 6, надо было либо создать свою комнату, то есть прописать там правила, да, сколько игроков можно будет в вашей комнате, скольки игрокам заходить, какая трасса, что из помощников использовать, что нет. Ну, в общем, там довольно много настроек. Так вот, либо так, либо, ну, зайти в чью-то комнату, все равно там список как бы комнат, можно тоже там отсортировать их по определенным параметрам было и выбирать. Ну, то есть это процесс был такой довольно емкий. Нужно было, ну, чтобы выбрать, потратить время. А тут, получается, это быстрый поиск. Никуда не надо заходить, просто щелкнул на кнопочку, которая в меню появилась. И игра предоставляет сразу сама, то есть там не надо ничего создавать, там условия уже все созданы. По-моему, 3 или 4, ну, типа как даже не чемпионата, а вот таких комнаты, где свой технический рейтинг, свои какие-то ограничения по параметрам. Вот, и там сразу видно, заходишь, сколько человек там тоже участвует в данный момент. Ну, естественно. И машины там еще. Машины, самое главное, даются на выбор. То есть ты не сам выбираешь из большого-большого множества машин, которые там есть у тебя в гараже, а дается на выбор там, ну, где-то около десятка машин, может быть, дюжины там. И на них только и имеют право люди участвовать в данной конкретной комнате. Поэтому, ну, довольно интересно, кто не хочет особо заморачиваться с поиском, то вот можно так. Ну, также они обещают в дальнейших обновлениях там выпустить патч или как DLC, в котором можно будет вообще чемпионаты свои, собственно, создавать, там как-то общаться, правила прописывать, видимо. Ну, это, конечно, будет очень интересно. Я вот очень жду этого обновления. Может быть, на годовщину выпустят. То есть вот как бы ровно год спустя такое какое-нибудь большое сделают обновление, в котором добавят вот эту возможность. Так, ну тем временем пока идем 3 из 3. 3 трассы, 3 победы. Деньги копятся.
Отлично. Деньги нам, кстати, понадобится довольно много денег для следующего чемпионата. Опять же, думаю, что... Так, тем временем у нас Deep Forest. Думаю, что возьмем, опять же, все-таки новую машину. Опять же, я говорю, чтобы охватить как можно больше количество машин, автопарк показать. И для следующего чемпионата нам ее понадобится, ну, может быть, не полностью, но, по крайней мере, довольно-таки сильно новую машину затюнинговать. Поэтому деньги понадобятся. Надо зарабатывать. Вот, но это будет уже потом. Сейчас все внимание на очередную трассу. Так, ну давайте закончу уже тогда с Gran Turismo 6. В общем, обещают они обновление вот это большое онлайновое выпустить. Ну плюс еще обещают добавить снова режим без спек, который был у нас начиная с четвертой части. Ну вот в пятой также был такой, он там более в расширенном варианте присутствовал. Но это и вызвало, в общем-то, довольно спорные мнения среди там фанатов, среди тех, кто купил игру. Нужен ли вообще этот биспек таким большим, что те чемпионаты, абсолютно все, которые ты проходишь сам, ну, в режиме А-спек, они же все, нужно их еще проходить в режиме биспек. То есть, ну, в основном люди его использовали чисто как, чтобы деньги зарабатывать. Поставил, там, дал компьютерному своему гонщику какую-то машину более мощную, чтобы он точно выиграл без управления им, ну, с помощью команд. А сам ушел по делам куда-нибудь, там, что-то делать. Ходишь, а он тебе вот заработал, там, выиграл и заработал денег. Мне, если честно, режим без спек абсолютно не нравится, по крайней мере в том варианте, в котором он есть сейчас. Он очень простой, что там, три команды всего дано для твоего гонщика, то есть сохрани позицию, прибавь и сбрось темп. То есть вот и ими ты как бы должен управлять этим гонщиком. Ну, довольно так, чуть-чуть покататься можно, но не проходить всю игру практически по новой, все те же чемпионаты, которые уже были пройдены, вот теперь уже в этом режиме. Поэтому мне вот, например, обновление с режимом без спек я абсолютно не жду, и оно меня не интересует. Также они еще обещают выпустить редактор трасс. Опять же, довольно спорный такой пунктик, потому что, ну, в том виде, в котором он присутствовал, например, в пятой части, мне он тоже не особо нравится. То есть, по сути-то, там трассу с нуля создать было нельзя. То есть, там были какие-то заготовки, и ты мог там, ну, несколько параметров менять, просто сделать ее более скоростной, либо более медленной, и все это было в одной и той же области трасса была проложена. То есть, ну, видимо, так как, может, ресурсов больше нужно. Там довольно простое такое окружение было. Какие-то поля какие-то там. В общем, такое невразумительное какое-то окружение вокруг трассы. Ну, в общем, тоже это все. Может быть, с переездом на новую приставку, более мощную, ну, вот PlayStation 4, там, в седьмой, например, части, они сделают что-то более глобальное. А так, я не думаю, что в шестой части они смогут намного расширить эти режимы, что биспек, что вот редактор трасс, просто потому, что возможности железа уже не позволяют что-либо расширять, ну, гораздо больше, чем оно есть сейчас. Оно и сейчас-то видно уже, что шестая часть... Ой-ой-ой, чуть было не улетел. Ну, как интересно. Видно, что шестая часть, она, ну, просто на пределе, она выжимает из консоли, из PlayStation 3 уже последние соки, что сейчас с обновлениями она даже, по-моему, менее стабильной стала. То есть там начали глючить немножко тени, как-то,
Ну, в общем, тяжело, видимо, уже справляться с Соньки с таким количеством внутриигрового контента в ней. То есть обновление-то разработчики, кстати, молодцы. Вот как пообещали, что будут поддерживать шестую часть и допиливать ее в процессе, ну, год, в общем, после релиза. Ну, так они пока держат марку. Вот. Ну и за почти год уже, сколько, месяцев 10, наверное, прошло с выхода шестой части в прошлом году. И выпустили они очень много уже обновлений. И, в общем, Соньке все сложнее и сложнее с ней справляться. Вот. Но благо они держат марку, какие-то баги исправляют. Может быть, не все, конечно, но... Я так понимаю, что им вообще сложно сейчас, потому что они параллельно еще трудятся, ну, по-любому, я думаю, над седьмой уже частью для PS4. Кодзима, значит... Ой, Кодзима, что я привел сюда, приплел Кодзиму, Metal Gear Solid. Ямаучи, значит, у нас говорит, что седьмая часть снова всех поразит, снова поднимет планку качества на небывалую высоту, как когда-то было с первой частью, в которую мы с вами сейчас и играем, проходим. Вот, что в седьмой части будет чуть ли не революция, путем эволюции, как он всегда говорил. Он создает революцию в жанре автосимуляторов путем постепенной эволюции. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока мне, например, очень нравится, в какую сторону движется шестая часть. Вот. Она все-таки в сторону онлайна довольно сильно движется. Будем посмотреть, что будет в седьмой части. Так, ну, тем временем мы одолели и эту трассу. И опять же, таки особых проблем не возникло. Может быть, даже я и поспешил, что взял вот этот вайпер. Уж очень что-то я перестраховался. Машина, конечно, очень мощная. Но если бы я взял что-то, например, японское, тот же NSX или Skyline, или, может быть, Impreza, то проблем, конечно, было бы гораздо больше, в разы. Не удавалось бы так по-любому выигрывать каждую гонку. Так. Это была четвертая, так это у нас уже последняя, пятая. R11, опять же, главарь всей Гран-Туризма. Сложная трасса, но при этом очень интересная. Очень люблю ее. И, конечно, вот как раз ее очень не хватает в шестой бы части, вот добавили бы ее. Вот ее, Midfield Raceway, Red Rock Valley Speedway. Это те трассы, которые мы с вами увидим в прохождении второй части Gran Turismo. То есть они появились еще со времен второй части. Но вот R11 исчезла как раз таки тоже во времена второй части. Уже из ночных там гонок осталось только R5. R11 почему-то разработчики вырезали. Не знаю, в чем причина. Хотя, по идее, во второй части, что там, движка игры, ну, игровой движок остался тот же. По идее, можно, ну, довольно легко, наверное, я думаю, было перенести вообще все, что было в первой части. Но вот некоторые трассы попали под нож. Ну, по сути, только одна, вот как раз R11. Вот этот поворот был, эска, это, ну, конечно, шикарная просто. Так. Ну, та трасса, на которой расслабляться вообще практически нельзя. На ней чуть позже, но уже довольно скоро, в принципе, у нас будет с вами чемпионат долгий, затяжной. Это, по-моему, 30 кругов по R11 надо будет проехать. То есть он займет у нас, ну, где-то около часа. То
То есть придется наматывать круги по ней. Это уже практически как реальная гонка. Дистанция будет длинная. Вот это чемпионаты на выносливость. Endurance race, так называемые. Вот, ну как я уже рассказывал, мы их с моим другом Лехой очень интересно проходили. Мне прям нравилось по духу так четко. Во-первых, внутри игры вот здесь ночь, и мы их тоже по ночам проходили. Обычно тогда, когда наши родители, ну, у меня в основном играли там. В то время мама там часто уезжала в командировки, и вот я его приглашал на ночь, ну, с ночевкой к себе, и мы вот по ночам проходили как раз вот эти вот чемпионаты на выносливость по очереди. То есть, когда один из чемпионатов проходил он, в этот момент ложился покемарить я, потом после прохождения он меня будил, в руки брал джойстик я, и все продолжалось, только теперь уже шел поспать он. Ну, в общем, было очень интересно, атмосферно, прям, ну, не знаю, классно. Я думаю, не одни мы так делали, думаю, среди вас, дорогие зрители, тоже были те, кто примерно так же поступал. Вот. Может быть, если как-то у кого это как было, как кто проходил эти чемпионаты, напишите в комментариях, очень будет интересно почитать. Вот. Также можете написать, какие трассы любимые ваши во всей серии Gran Turismo, какие бы вы, каких трасс нету в шестой части, вот какие бы вы хотели, чтобы разработчики добавили в шестую или там, например, в седьмую, на четвертую уже PlayStation. В общем, что бы вы хотели увидеть, какие бы машины, может быть, хотели новые, а может, не совсем новые, потому что автопарк-то в Gran Turismo, конечно, громадный, но все равно охватить весь автопром, наверное, нереально все-таки. Вот. Так что напишите в комментариях, будет очень интересно. Поделитесь мнением, будет интересно почитать. Вот. Так, ну тем временем я смотрю, что и на R11. Вот, кстати, за прохождение вот именно этой трассы я переживал больше всего, что думал, что здесь у нас возникнут большие проблемы. Но Viper не дает в себе усомниться в своих возможностях, и мы довольно легко просто уезжаем от них. Хотел я еще с вами поговорить на тему Формулы-1 немножко. Тут как раз, ну, вот эти 2 недели был перерыв между гонками в Монце. Ну, я о своих впечатлениях об этой гонке рассказывал в прошлом видео. Здесь между гонками вроде бы как было затишье, но не тут-то было. В общем, на самом деле ФИА не спит, все время что-то новое выдумывает, и вот опять они как раз между вот гонками, следующая будет в Сингапуре. Сегодня, вот момент, когда я записываю это видео, у нас четверг сейчас, 18 число, 18 сентября. И завтра уже, соответственно, будут заезды пятничные. Перед следующим этапом это будет гонка в Сингапуре, ночная. Ну и, в общем, прямо по входе межсезонья, прямо по ходу сезона между двумя вот этими гонками введено было новое правило. Но так как здесь у нас остается мало времени, осталось, по сути, 2 круга проехать, и чемпионат будет окончен. А тема довольно такая... Ну, надо, в общем, немного больше времени, чтобы ее чуть-чуть раскрыть, поговорить о ней. И в следующем видео я вот, наверное, выскажу свое мнение
по части вот этого нового спортивного регламента, внесения изменений в спортивный регламент. Так что, кому интересно, вот следите за обновлениями моих видео. В следующем видео мы поговорим с вами о как раз таки этом нововведении. Вот так вот. Разбил. Если машины бились, я бы просто в хлам бы разбил свой вайпер. Просто лоб в лоб врезался с ограждением. Но, слава богу, машины тут не бьются. И, кстати, вот по поводу бьющихся машин. По сути, они стали биться только у нас в пятой части. Появилась модель повреждения, тоже там довольно спорная, как многое, что есть в Гран-туризме. Ну, тем она, в общем-то, и хороша, тем она многих цепляет. Много разговоров, много обсуждений. А, вот, и мне, если честно, модель повреждений в Гран-туризме вообще... Ну, то есть я со времен первых частей, вот, ну, четырех, да, получается, я абсолютно привык к тому, что Гран-туризма у нас нету повреждений, ну и как бы они и не нужны. Не про то эта машина, не про то эта игра, про битье машин. Ну и как-то я был абсолютно спокоен, ровно дышал по части того, что там вот, кричали многие, что нету повреждений, да когда же, когда, когда. И вот, когда появились слухи, что в пятой части это все-таки прикрутят, ну, все там выдохнули, но на самом деле там довольно спорно это все было, потому что там полноценные повреждения появляются там только на каких-то максимальных уровнях, когда ты уже проходишь. Ну и, в общем, разработчики на это дело посмотрели, что не всех так удовлетворила такая модель повреждений, и в шестой части вообще взяли и выпилили ее. Так, там есть... Машина пачкается, да, царапины какие-то там появляются на кузове, на краске. Если честно, я считаю, что этого и достаточно. Вот. Ну, правда. То есть, видимо, возможности сделать полноценные повреждения без потери качества графики физической модели у них не было. То есть все, опять же, я говорю, упиралось в возможности третьей PlayStation. Поэтому я думаю, что в седьмой части, вот с возможностями нового железа PS4, они, наверное, уже там, может быть, прикрутят полноценную модель повреждения. А пока вот так вот, серединка на половинку, оно и нафиг не надо. Потому что там некоторые машины бились, опять же, вот это вот разделение премиумные, стандартные. Премиумы разбивались довольно серьезно, а стандартные, ну так только там. Чуть царапались тоже, да и все. Вот. Мне в шестой части достаточно того, что машина, ну, визуально видно, как она, например, на протяжении гонки едешь там, вылетел, например. Видно, что машина становится пыльной, грязной. Ну и как вы знаете, что со времен вот первой части машину мыть можно. То есть появляется смысл ее мыть. Как-то там перекрашивать, может быть. А такая модель повреждений, которая была в пятой части, она и не нужна по мне. Ну, это мое мнение. Вот. Опять же, можете высказаться, как вам все эти вот нововведения, как вы к ним относитесь, что думаете будет у нас в седьмой части, чего разработчики навыдумывают. Ну, а тем временем, так вот, за такой беседой, надеюсь, приятной для вас, мы одолели чемпионат Normal. Я говорю, что я думал, что будет гораздо сложнее. Вот. Ну, все равно, не думаю, что получилось уж слишком скучно. Все равно это игра, все равно мы проходили, зарабатывали деньги, любовались машиной, трассами разными. В общем... И вот он, призовые за чемпионат, 100 тысяч, обалдеть. Сколько у нас в итоге? Почти 400 тысяч. Ну, я думаю, нам этого с лихвой хватит, чтобы купить новую машину и прокачать ее, затюнить полностью. Так, а вот что же нам дали за тачку-то здесь?
Вот не помню. Как бы не Супру РЗ. Ну, может, я и ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Так, щелчок вниз, и будет машина. Смотрим. Ага, нет, не Супра. Нам дали Импрезу. Она, кстати, присутствовала в этом чемпионате. Ага, вот такую вот машинку. Ну, продавать мы ее не будем. С деньгами, благо, проблем нету. И... Ну что же, мы одолели очень серьезный чемпионат. Но все-таки оказался он не таким уж сложным. С помощью... Это благодаря Вайпер. Только ему. Так, ну и все. Остался у нас вот такой вот чемпионат, в котором много трасс. Полноценный, по сути, один. Вот это вот чемпионат прокачанных машин. Трассы здесь практически те же, но в полных своих конфигурациях. Вот. И в следующей серии мы пройдем его. Также купим для него машину. Посмотрим, какую. Определимся по ходу дела. Это, видите, вот остались 4 чемпионата лицензии класса международная А. А International, в общем. Вот видите, возле пиктограммки каждого чемпионата в правом нижнем углу вот этого квадратика обозначено тип лицензии, который нужен, дабы получить доступ к него. И эти 4 чемпионата вот именно самые уже серьезные, действительно. То есть в нормале у нас все-таки лицензия А еще была. То есть он немножко по сложности не дотягивал до лучших. Так что вот, и останется у нас потом 3 чемпионата многочасовых. Вот видите, Гранд Воли 300 километров, гонка на выносливость. То есть, по сути, это дистанция Гран-при, как вот в Формуле 1, тоже 300-километровые гонки. Вот, так что серии тоже будут длинные. Это займет у нас каждая из них по часу, даже полтора. Ничего, мы их одолеем. Ну, а потом, как я говорил, займемся последним чемпионатом. Так скажем, канонично. Вот пройдем чемпионат мира Гран-туризма. Это самый длинный чемпионат. Здесь 6 трасс. По сути, все, которые есть в Гран-туризма, кроме тест-курса. Да. Ну вот, как-то так. Вот такие планы. Так, сейчас давайте мы запишемся. И будем прощаться. Ну, как я говорил, в следующей серии я выскажусь на тему того, в общем, что навыдумывали ФИА в Формуле 1 с этими новыми вот правилами. Вот, так что немножечко вас заинтриговал. Ну, те, кто в теме, те-то знают, но все равно я буду высказывать свое мнение. Так что, кому интересно, следите за обновлениями моих видео, подписывайтесь обязательно. Комментируйте, ну, если вам понравилось, ставьте лайки. Ну что же, с вами был Скудер. Всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.